пані та панове. Чудо-жінка, волонтер і письменниця. Анна Теряник. Вітаю вас. Я живу возле проспекта Гагарина. Слышала, естественно, скорые каждый день. И по несколько раз в день. И понимала, что надо вообще что-то делать, а что, ну, как и все мы, не понимала. Решила, что пойду в госпиталь. Ну, пошла в госпиталь, оказалось, что необходима вот помощь именно транспортировки. Ну и мы в ту же минуту вот сели по машинам и поехали. Даже ребята, которые офицеры, закончившие военные училища, они говорили, что в процессе обучения даже не рассматривалась угроза со стороны нашего восточного соседа. То есть такого быть не могло. Ну и для меня в том числе тоже. Мы не спрашивали ни друг у друга, ни у себя, стоит ли делать. Просто вот делали и все. Суббота, 20 травня, 11 година, 9 канал.